Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight Arena. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, если вы здесь впервые. И, наконец-то, арена появилась. На ваших глазах. Да, решил я все-таки запилить серию. Мы 1000 кубков, наконец-то, качнули. И я вам хочу сказать, там по-любому за день кто-то это прокачивает, ребята. Но мы с тобой медленно, но уверенно вроде как идем. На самом деле нет. На самом деле нет. Просто я не хочу, чтобы все так случилось, как с Clash Royale, когда я там прям каждый день серию запиливал, и она быстро, к сожалению, не то чтобы надоела мне. Я хочу до сих пор в нее играть. Просто проблема, что я настолько сильно прокачался, но не изучил основы игры. Ну, тут, конечно, будет все полегче, хоть и бывают тут такие крысы. Вот если, не знаю, хоть коллабу, да, запили. Есть братишка из Shadow, вот. Он меня все уговаривал, ну когда пойдем-то? Смысл в том, что он меня сразу сделает, и что в этом такого? Ну, я, к сожалению, да. Ну, Бяра еще тот. Короче, ладно, братишка, если что, следующее, скорее всего, завтра, но точно не могу тебе сказать, потому что сейчас, как ты видишь, 5 дней не было роликов. Дело в том, что я, значит, то в Brawl Stars долго прокачивал, пока квесты там проходил, то еще что-нибудь. Куча игр, ребят, сейчас взялся я слишком, ну, не моя планка, скажем так. Так что приходится, видишь, как-то разбивать все серии на один денечек одно, на второе, вот. Но не хочу каждого оставлять без видоса. В плане, например, в день я могу только Террарию выпустить, второй день только Shadow, третий только Бравл. Это как-то для меня как-то не то, потому что будут жаловаться братишки. А когда это, когда то, хочу разом все выпускать. Короче, что у нас новенького? Завтра арена. Shadow Fight. Блин, не-не-не, завтра не будет Shadow Fight Arena, говорю. Завтра не арена, третья часть будет. И Shadow Fight 2 на Nintendo Switch. Это обязательно, ребят. То, мне кажется, вы заждались уже. Короче, у нас тут что-то новенькое. Явление Сунь-Укуна. Опачки, бесплатно. И смотри, кто у нас тут. Офигеть, король обезьян. Король обезьян. Давай, бесплатно, это хорошо. Это мне нравится. И, конечно же, мы получаем Хонгджу. Дальше я, в принципе, могу еще порулетить. Я хочу, друзья. Почему бы и нет? Вдруг мы что-то крутое там сейчас выбьем. Пожалуйста, я хочу. О! Мы Хельгу с тобой разблокировали. Ух, блин, это очень круто, поверь мне. Мы сейчас за нее попробуем. Маркус тут у нас. Золотишко также. Ну, бонус не будет. Смотреть, забираем 300. Да, я хочу рулеточку за 300, давай. Да пофиг, тратим, что теперь? Я и так редко записываю, блин, еще тут. Киба, одна карточка, к сожалению. Джек, вот, кстати, тоже наш сержантик, золото. Сержант. Ну-ка, погоди, забираем. Ну, дальше уже все, конечно. Так, гармония, всего-то 2700, да? Такие цены маленькие, подумаешь. Короче, по уровню, вот у нас там первый уровень, офигеть, король обезьян, требуется 10 уровень аккаунта, вот оно что, ух, блин, ну у нас тут появилась, смотри-ка, Хельга, и внизу, кстати, персонаж, сержантик также есть, воу, но сегодня мы с тобой поиграем именно за Хельгу, давай повысить, уровень 3, плюс 10 защиты, да, там. Так, щит исцеления. Урон кары повышен. Хельга постепенно восстанавливает свое здоровье по активе. Щит исцеления можем взять. Давай, мне это было бы здорово взять. Так, выбрать. За место. Давай. Сделаем. Попробуем, ребята. Хельга. Так, ну и теперь, конечно же, в бой. А также у нас, смотри, кстати, есть Джек. Ага, Маркус эпический. 16. Опять же, прям нам намекают, типа, за него погонять. Почему бы и нет? Fight Pass. Что у нас по Fight Pass? Ничего пока что. Блин, у других, наверное, там вообще... Смотри, сколько здесь! Офигеть! А у меня первый! Ёкарный бабай! 35!
Ладно, давай отправляемся, сегодня ее затестируем, посмотрим, на что она способна. Хельга. Интересно, интересно посмотреть. В прошлой серии, слушай, я немножечко так бомбанул. Да я на самом деле, ребят, как-то в таких играх... Не, искусственный интеллект отбрасываем. Я хочу действительно посражаться. Первый бой, и я буду ныть. И я буду ныть, ребята, готовьтесь. Не, на самом деле, надеюсь, сейчас возьму себя в руки. Нокаутирую просто нашего бойца. Молодца. Ну, у меня 1000 кубков, 4 уровень. В принципе, я, знаешь, наверное, вот как по Clash Royale говорить, наверное, немножечко грипп. Потому что мы засиделись. Такой прокачкой, вон, 2 пятых уровня, еще и третья. А у меня при том 3, как бы, 3 персонажа пятых уровней. Вот. Ну что, что, что? Ладно, искусственный интеллект. Уговорили. Тимурка. Тимурка против меня. Хотя у него тоже, смотри, 4, 4, 5. Хорошо. Это, как ты понимаешь, бот. 1008 кубков у него. Раунд первый. Друзья. Интересно. Мне прям интересно сейчас, на что она способна. О! У ней просто великолепная сила. Офигеть! У ней удары, как ты понимаешь. Невозможно сбросить. Отлично. Оп. Тимурка. Ох, тимуровец! Смотри-ка, что делает. Так, у нас какая-то суперсила там есть. А! Оп. На нафиг. О. Так. Пробуем что-нибудь запульнуть. Вот такой вот пистолетик. Блин, это шикарно! Серьезно, что нельзя заблокировать. Так, тихо, тихо. 6 хп. Да как ты уворачиваешься, а, засранец? Это бот! Что, неуязвимость? Это имба! Это имба, друзья! Ничего себе! Я думал, уже все, мы просрали. А она бах! И... Исцеление нафиг. Исцеление нафиг. Так, понял, понял. Еще раз исцеление. Стоп, она вообще помирать-то собирается? Ё-моё! Чё за фигня? Не, я думаю, это один раз. Ну нехило мы потрепали Тимурочку-то, а? Посмотри. Хорошо, играть так играть, давай. Блин, ну это бот. Это бот, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, он сейчас будет исцеляться. Ребят, вот в чем проблема маленькая. Нифига себе. Вот тебе, Тимурка, бот. Тимур, Тимур, успокойся, Тимур! Спокойней! Надо, Тимурка. Хорошо. Ух, Тимурович. Вот это был прикол. Вот это прикол сейчас был, как нам так подфартило. Все, минус. Офигеть, офигеть, ребята. Так, ну идем дальше. Давай, подготовка поля боя. Круто, когда с искусственным интеллектом против бота сражаешься, то, что здесь не лагает, нету этого. То постоянно, знаешь, бывает такая фигня. Первый удар. Теневое выжигание. Ух. Так, спокойно, спокойнее, мадам. Нифига.
Ага, блин, что мы творим? Ну как, я же там назад-то отошел. Отлично, отлично, ребят. Вот то же самое, сейчас покажи против настоящего бойца и будет конфетка, понял? Против бота-то каждый может. Я помню, как я в Clash Royale говорил, блин, ну где, ну это опять бот, ну изи. Потом я просто молился, когда же будет хотя бы один бот. И их все, их сейчас нету, ребят. На 4400, 4500 кубков нету ни одного бота. И это так печально, я просто... Ох, ребята. Так, ждем. Вот сейчас точно ждем. Сейчас немножечко подождем, ребят. Короче, ну, на самом деле, ребят, что у меня... О! Комаров. Смотри-ка. Попробуем. О, у него 4-4-5. У него третий уровень. То есть, видишь, он как бы такой братец. Быстренько там проходит. Ладно, попробуем. Ну что, Комаров, как тебе? Воу, нифига, чего можно так остановить? Охренеть, она, конечно, ничего не скажешь. Хорош. Капец какой-то происходит на самом деле, ребят. Делали его, офигеть, она просто имба. Он под конец, может, даже и не знал то, что она может вот так вот. Он такой, наверное, в шоке, типа, какого хрена она сейчас? Ну да. Оу, нифига себе. О, киба интересная какая-то. Ну ладно, удел, удел. У нее, кстати, двойная шкала. То есть она как-то по-интересному будет сейчас. Но я думаю, вот это вот самое такое нормальное будет. Ладно. Пока что преимущество за нами. Притом хорошее такое преимущество. Оу. Воу. Угу. Оу. Какого хрена я уже прием? Я, главное, прием уже там применил. Блин, я же нажал. Я так и думал, что он сейчас применит это. Блин, ну конечно. Отлично, он почему-то не ожидал этого. Да почему-то вообще мне как-то пофигу сейчас становится. Ну блин. Ну почему так? Oh.
Ого, нормально. Так, все, идем дальше. Упс, не-не-не, все хорошо, ребят, я на самом деле в шоке, что я еще как-то его, блин, вот так вот. Блин, реально, упс. Так, давай дальше идем. Нормально, нормально, ребят. Ну сегодня прям вообще мы зажгли, а? А? Слушай, ну мне понравилось. Но мне кажется, я все-таки гриб. Мне кажется, что я гриб. Так, мы можем, кстати, ее наконец-то прокачать. Друзья, забираем бонус. Фух. Все, не, друзья, дальше я не хочу идти, потому что думаю, что проиграю. Лучше давай мы на этом пока закончим, братишка. Да, я понимаю, серия не очень... конечно, длинная, как-то, может, ты еще хочешь еще бой. Фух, ну надо остановиться, надо уметь останавливаться, иначе я сейчас проиграю и буду капец ныть. А этого не надо, не надо, друзья. На этом все, спасибо тебе огромное за просмотр, бай-бай, дорогой братишка.